Приветствую вас, дорогие друзья. Ну что, я хочу вам показать небольшой, сделать обзорчик гортензий, посаженных мной, саженцев кашпо из питомника Анабель, которые пришли. Посмотрите, как они хорошо разрослись. Это бихэппи, она одна из первых дала мне бутоны и уже радует меня своим цветением. Просто шикарная гортензия, низкорослая. Она вот по сравнению со всеми, ну еще вот те две у меня небольшие, но вот по сравнению с Pinky Promise она, конечно, малышка. Pinky Promise тоже нарастила, какие хорошие, смотрите, жирные побеги. И даже дала мне уже цветочную почку. Но я не уверена, что я в этом сезоне вижу всю красоту ее цветения, потому что уже середина практически августа. И здесь вот две малышки разросшиеся. Это Milk and Honey и, соответственно, White Light. White Light тоже дала мне почку цветочную. Вот. Чувствую себя хорошо.